Вопросы двустороннего сотрудничества Казахстана и Германии и взаимодействия в рамках ЕС обсудили сегодня министр иностранных дел страны и вице-президент Бундестага ФРГ. За прошедшие 10 лет товарооборот между Казахстаном и ЕС увеличился в 13 раз, а объем европейских инвестиций в казахстанскую экономику в 10. Ерлан Идрисов и Йоханнес Зингхамер обменялись мнениями и о наиболее резонансных темах международной повестки дня. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства поздравил себя собеседника с избранием ФРГ на пост председателя ОБСЕ в 2016 году и подтвердил готовность Казахстана оказывать содействие в решении задач, стоящих перед организацией. Говорили собеседники и о потенциале нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое планируется подписать в текущем году, о взаимодействии в области науки и технологий, а также об облегчении визового режима.